Болина смертельная викторинус. Если что, это смертельная викторина с люкой-пукой. Да, он вернулся. Но я вернулся за реваншем. И он согласился. Да, он не знает. Исправили баг? Нет, не исправили. Окей. Сейчас будет просто смертное добивание. Я прочитал всю Википедию Чикингана. Погнали. Ну давай. Задавай свой первый вопрос. Дам тебе шанс. Окей. Ну давай. Так. Давай. Например. Так, какой бы тебе... Как зовут... Легкий вопрос. Прочитал ли ты всю Википедию? Как зовут разработчика Чикингана? Ну, это всем известно. Чала Эпс. Ну, или Ап. Чала Апс. Ну, я думаю, Чала Эпс. Правильно. Хорошо. Теперь ты задавай. Окей. Сколько всего карт в Чикингане? Чё? Ты чё, серьёзно? Ну, я думаю, 46. Винтаю. Неправильно. Блин, а. Ладно, я... Блин, а. Ну, я отыграюсь. Ну, ладно, теперь попробуй задавать свой вопрос. Ну, блин, а, ладно. Смотри, сколько всего, например, вселенных в Чикинган? Че за... Ты че, дурак? Нет, ну сколько здесь... Нет, ну больших штук. О, я знаю, это четыре. Это Солнце, Земля, Луна и... Галактика наша. И еще и... А, и Вселенная. Ну, блин, а. Да, я прочитал в Википедии. Чё за... Не зря я к нему прыгнул. Хорошо, давай. Следующий вопрос. Задавай. Окей. Сколько всего кактусов на этой карте? Я думаю, ноль. А что? Ну, ты как бы мог посмотреть. Ведь три. Да ладно, жопу подотри. Ты что, охренел? Блин, как тебе поставить? Да нарвались, давай. Там она не ноу. Чё, стоп, чё? Ты чё, забагался? Короче, это последняя платформа твоя. Так, всё. Если честно, просто посмотри. Раз, два, три. Ну, ты лох, конечно, остался. Ну, ладно, чё ты на меня говоришь? Как сделать разноцветный ник? Блин, я уже давно их не делал. Но, по-моему, надо просто кое-какую команду ввести. Это слэш колор. У-у-у, позорище! Да я вводил его год назад. О, люка-пука. Ты уже видишь эту лаву над тобой? Нет, не вижу и видеть не хочу. А я вот вижу. Вон она плавает. А вон там городочек наш. Хорошо, люка-пука, давай-ка. Следующий вопрос мой. Например, можно ли двигать платформы на этой карте? Ну, отвечай. Да, можно. Еще как можно. Хорошо, это правильный ответ. Окей, ты задавай. Хорошо, сколько? Например. Например. Ты что, не подготавливался? Да нет, я подготавливался.
Ну, ладно, как выглядит наша карта? В каком виде? Ну, она выглядит как квадрат. Блин, ну ладно. Это правильный ответ. Хорошо. Аж теперь ты задавай. Боже, мне страшно. Хорошо. Сколько мобов в Чикенгане? Да? Сколько мобов? Ну, я думаю, это... Ладно, я придумал. Я точно, точно, точно. Их 28. Ты что, посмотрел? Нет, 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 конечно нет. Так, ладно, ладно, верю, все равно я тебя выиграю. Следующий мой вопрос. Сколько? Например, сколько разраб спрятал пас халочек на крылья? Я чуть не обосрался, когда ты сказал, сколько разраб пасхалочек спрятал. Ну, когда крылья, все. Так, значит, у нас раз. Так, голубые. Погодите сейчас. Так. Их 9. Неправильно! Я думаю, это неправильный ответ. Вообще, по-моему, правильный. То мне пофиг. Хорошо. Так, ладно. Тогда ответь мне. Как выглядит, если на какой-то карте, если на карте, где спавнится Cartoon Cat, две луны. Нет, конечно же. Есть. Я выиграл. Итак, ура! Кстати, скоро я солью теперь его, когда выйдет его канал. Всем пока-пока.